Всем привет, с вами Матмёт, и мы с вами будем играть в Жизнь Компота. Собственно, ссылку на нее вы сможете увидеть ниже в описании и поиграть в нее ВКонтакте. Игра, как вы понимаете, сделана по одноименному видео, где бомж Компот наказывает маленького агрессивного школьника. Итак, Компот, школота хочет украсть у тебя тот самый священный ботинок, который несет справедливость. Защити ботинок и убей всю школоту, прыгай на нее. Ну, собственно, управление ВСД. Давай, а! Кричит маленький школьник, и сейчас мы с вами начнем их наказывать. Ничего себе, вот эти вот, которые бегают быстро. Они опасны? Опасны. Окей, хуйня, соси, я убил 12 школьников. Переходим на первый уровень, принц Компот. Ну, вот такие пейзажи, которые сейчас на заднем фоне, например, навряд ли где-то можно увидеть в России. Но, тем не менее, это нам не мешает наказывать преступность в лице маленьких школотронов. Давай, бомж, преступность не дремлет, и ты тоже должен не дремать и наказывать ее своими сапогами. Хуйня соси, говорит он нам. Давай. Кричит по-прежнему школьник. Вы всего лишь школота. По борьбе с вами всего лишь есть два человека, которые могут с вами справиться. Это Дети Монг и новый герой Компот. Я думаю, фанатам этого бомжа игра понравится. И вы будете с удовлетворенным лицом прыгать по головам этим маленьким школьникам. Хуйня соси, опять кричит он нам. Не можем мы никак все перейти на третий уровень. Да что ж такое? А? Ничего себе, я думал, я уже проиграл. Сделали бы еще какую-то игру, пройдете Монка, и вообще было бы классно. Так, ну вроде бы все, собственно, можно переходить на третий уровень. 490 теперь всего лишь надо набрать. Не знаю, как эти уровни высчитываются. В каком-то соотношении, видимо, от наших предыдущих побед. Короче, мы опять с вами проигрываем. И давайте, наверное, последний раз сейчас попрыгаем по их маленьким головам и на этом закончим. Собственно, я думаю, эта игра понравится людям, которые фанатеют по этому Компоту, людям, которые хотят того, чтобы его вытащили из психиатрической больницы, людям, которые хотят правосудия на планете Земля, которые хотят того, чтобы был человек, наказывающий этих маленьких засранцев. И ссылку, повторюсь, можете увидеть ниже. С вами был Матмёт, подписываемся на мой канал, ставим лайки.